Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. Разберем, как работает электрический счетчик. Я сейчас уже, значит, разобрал вот это, что у меня уже стоит. Тот мы разбирали, но потому мало кто понял. Сейчас, значит, вот этот разобрали, который у меня до этого стоял. Более старый. Вот он. Видите? Значит, как? Еще раз объясняю, значит, что у нас тут есть? Две катушки. Вот сверху. На этом труднее, то есть здесь это все это за это залеплено много. Вот это одна катушка. На работу на 220, на 230 вольт, на 250. Так. То есть тонким проводом намотано. Так, напряжение высокое. Это толстым проводом. Напряжение тут маленькое. Между. Значит, что у нас получается? У нас получается вот это вход, фаза, а вот это выход. То есть вход, фаза идет на один конец, вот на этот вот, на катушку двойную с толстым проводом. А ток, а значит, выход на второй конец. И вот когда, значит, у нас разбора нет тока, напряжение на этих концах равно. А значит, катушка у нас не дает электромагнит. То есть она не это самое, не магнитится. Раз не магнитится, у нас это колесико не крутится. Вот это. Вот это не крутится у нас. То есть магнит должен сверху и снизу, как известно. То же самое, как в двигателе. И снизу, значит, намагничивается статор, и ротор намагничивается. Тогда идет кручение. А здесь этого нет, видите? Как только вы подали, значит, питание, у вас образуется разность между входом и выходом. Например, вход 230, а выход 229,9. 1/10 вольта. Так как катушка толстая, хватает, чтобы вот это колесо потихоньку вращалось. Если у вас больше нагрузка, допустим, 1 вольт, 230, здесь 229, то она быстро крутится. Вот и вся система. То есть на разности, для того, чтобы не крутилась, разность должна быть одинакова. Если мы даем прерывистый ток импульсами, питание поступает, то, значит, у нас поступило и идет откат. Так как вы это знаете, что питание, допустим, на лампочку, на любой прибор всегда больше выдает прибор, чем на него поступает. Это закон. Иначе не стоило бы приборы делать. Нам, конечно, говорят все наоборот. И таким образом у нас, значит, откатывается в обратную сторону, так как более высокое напряжение у нас на правом, и значит в обратную крутится, а на левом более низкое, на левом напряжение сети, а на правом напряжение у нас повысилось чуток за счет того, что мы отключили, за счет того, что у нас, допустим, лампочка вырабатывает ток, так она нагревается. Вот это отрицание идет. То есть это вот это вот счетчик, вот этот счетчик, значит, напрочь разбивает закон сохранения энергии. Тут сразу видно. И я показывал, что если это самое или подогнать, или останавливать, то назад идет. Ну, это я показывал уже, еще пока сразу. Для особо одаренных там есть рептилоиды, какая-то группа дебилов. Вот, видите, пошел. Пошел. Вот раз я выключил. Вот сейчас он назад идет. Почему? Да потому что здесь вот сейчас больше. Не здесь больше, а здесь больше стало. Потому что лампочка-то сама дает ток. И лишний ток, который поступал, назад идет, потому что горячее, он немножко подогрелся. За счет того, что лампочка грелась, подогрелся, а горячее всегда идет к холодному. Видите? Вот и все. Горячее идет к холодному.
То есть это доказывает, что закон сохранения энергии – это чушь несусветная. Они мне пытаются доказать обратное, но пусть докажут. Не им доказывать. Там какие-то там собрались по заказу рептилоидов, подобрали каких-то там этих жуликов, пропагандонов. Но они неграмотные. Как? Они грамотные. Они рептилоидскую школу проходили, рептилоидский вуз. Поэтому у них знания перевернуты кверх ногами. Наоборот. Видите, вот он вернулся. То есть все, что я говорю, все точно. И закон сохранения энергии – это ложь. Спасибо за внимание.